И в новой стране, как вы помните, буквально через 2 месяца после того, как придет к власти демократический выбор Казахстана, мы проведем стремительные реформы. Буквально через несколько месяцев заработная плата наших учителей и врачей в несколько раз увеличится. Мы проведем мгновенно пенсионную реформу, которая приведет к тому, что только государственная доплата, гарантированная доплата будет составлять в первые годы начинаться выплата от 300 евро до 400 евро последующие 4 года. Это к той пенсии, которая будет существовать по накопительной системе, которая сейчас существует, частная накопительная пенсионная система. То есть еще будет выплата со стороны государства. Наши инвалиды будут получать доплаты государства на уровне 300-400 евро на каждого человека. То есть реформы ДВК охватит каждого. И когда наши сторонники говорят, а что мы будем делать, я хочу сказать, что для строительства нового государства, для того, чтобы добиться перемен, недостаточно иметь только просто управленцев несколько десятков тысяч человек. У нас должно быть не менее 1 миллиона сторонников, притом активных, ясно понимающих, какую мы и строим страну в будущем. Наши агитаторы, наши двигатели, наши люди, которые будут помогать избирать именно достойных людей во власть. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.